26-й день от посева. Вот такой вид имеют огурцы. Сейчас уже 8 утра и 28 градусов тепла. Середина августа. Днем температура достигает 45, бывает даже градусов. Но я забеливал. Здесь хоть и жарко, но прямые солнечные лучи не попадают. Здесь тенек. И огурец нормально себя чувствует. Тем более я делал опрыскивание препаратами и мегафол. Антистрессовый препарат, что помогал огурцу переносить всю эту жару. Итак, на сегодня задачи по листу мы опрыскивать ничем не будем. Будем делать только капельный полив. С фосфорной формулой я в прошлый раз уже закончил. И теперь настает время давать огурцам кальций, калий, азот. Вот сегодня буду проливать вот такими вот удобрениями. Нитрат кальция и нитрат калия. Нормы расхода: нитрат кальция 1 грамм на куст, нитрат калия 0,5 грамма на куст. Ну и от 0,5 литра до литра воды на растение. Ну и сами себе рассчитывайте, если у вас, к примеру, 100 кустов, значит, это 100 литров воды, 100 грамм нитрата кальция и 50 грамм нитрата калия. Полив я провожу или утром, или вечером. Вот на данный момент температура почвы утром 24 градуса, потому что днем она достигает и больше 30. И удобрения будут, вернее, не будут даже усваиваться. В первую очередь это кальций. Ну все, на этом все. Такие вот мероприятия сегодня необходимо сделать. Кому понравилось, ставим лайки. Не забываем подписываться на канал. Все, всем пока, до скорых встреч.